А потом И вижу, тиренья шаха снова нет. черными. Так, снова тот же вариант. Так. Так. c6. Конь d7. Съели. Конь e4. Слон e5. Ой. А, конь. Так, d-e. Получился, ну, будем считать, равный ничейный эндшпиль. Если он разменяет ферзей, Блин, наш, а блин, если не не люблю. разменяет, то он останется без длинной рокировки, и это тоже приветствуется. Да. Слон на e6 очень прочно встает. А, там же шаг Можно на вполне опять. мату Ой, что я забрать. делаю? Сыграть ферзь d5. А, даже ферзь e5 шах у меня есть. Ай, там же шаг на опять. Ферзь бьет e5. Вот так вот. Блин. Съели. Это даже лучше, чем я надеялся, потому что здесь у меня большие шансы на лишнюю пешку. Ой. Фу ты, блин, ты иди в эшпи, ты Причем на ладно e6 я не уже. буду брать fe. Я сыграю f5. А, ну что я И эту делаю? пешку e6 потом выковыряю двойной вихрь. Сплавляю игру. По-моему, мне должно быть выиграно. Очень бы хотелось не упустить первую победу. Взял на e5. Пешка лишняя. Дурацкая игра. Вот. И сдваиваюсь там где-нибудь. Так, опять, пожалуй, что не надо. f5 важнее пойти. И ладья на d5 и e5. Вот. Это мне повезло с дебютом. Это наконец-то я что-то смог изобразить. Ну и e5, по-моему, выигрывает. Съели, съели. Это должно быть легко. Ладно, сдался. Да, сдался. Счет становится Ай, 2-1. отдал очко на ровном Все еще месте. в его пользу. Ну бей на Но я, по D8, крайней Шур, мере, ну чё заявку ты на борьбу забыл. выпендриваешься? Так. Первая Стол победа C4, зачем ты в дергаешься? четвертой Позиция партии. требует После того, как счет анализа, чуть ты было не стал дергаешься. 3-0, Взял, отдал очко не на ровном я смог месте. удержать, и теперь...